Сегодня у нас вкусные пирожки с яйцом и зеленым луком. Рецепт теста есть в моем профиле и в Инстаграм. Для начинки нарезаем яйца. У меня было 6 штук. Нарезаем пучок лука и немного откладываем в сторону. Оставшуюся часть лука на кусочки сливочного масла обжариваем минуты 3, добавив немного соли. Добавляем припущенный лук к яйцам, перемешиваем и добавляем оставшийся свежий. Начинку посолить по вкусу. Напоминаю, что рецепт теста в профиле есть. Делим его на порционные кружочки и раскатываем. Я это делаю пальцами, потому что тесто очень послушное и скалка не требуется. Делаем вот такую лепешечку, выкладываем в центр начинку, хорошо зажимаем. Я выпекаю на пергаменте. Готовые пирожки выкладываю и даю им постоять минут 5 под полотенцем. Смазываю яйцом и выпекаю при 180 градусах минут 15, пока не зарумянятся. Просто посмотрите, какая это красота! Пирожки очень воздушные, мягкие и вкусные. Приятного аппетита!